И наши личности. Безопасность, дома, секреты, деньги, жизни, семья, страхи под угрозой. Какой-то хакер атакует финансовые рынки. Четыре крупнейших банка. Это только те, о которых нам уже известно. Если мы хотим выяснить личность хакера, нам нужен человек по имени Хэтэуэй. Что нам о нем известно? Он хакер, осужденный на 15 лет. Окончил МТИ. Гениальный программист. Я хочу, чтобы мне скостили срок за опознание и поимку парня, которого вы ищете. Это мои условия. Террорист? Делал какое-нибудь заявление? Этот парень просто хочет взорвать все к чертям и не объясняет, почему. Он снова в пути. Чикаго, а теперь Китай. Это только начало. Он продолжает. Зачем? С этого момента... Самое трудное впереди. Вы больше не владеете ситуацией. Тебя раскроют, ты мертвец. Беги. Это не ради денег. И не из-за политики. Моей мишенью может стать кто угодно. Что угодно. Где угодно.